Этот пожилой пакистанец протянул веревку от своего дома до мечети и ежедневно, отвечая на призыв муэдзина, отправляется на коллективную молитву. Он слепой, и нет ему проводника в мечеть. У нас с вами не будет оправдания. Всевышний Аллах, первое, за что будет нас спрашивать, это молитва. Это пятикратная молитва. И если бы знал тот, кто не отправляется на коллективную молитву, какую награду получает тот, кто совершает намаз в коллективе, он бы отправлялся туда, даже если бы ему пришлось идти ползком. Дай Аллах нам, чтобы такие люди стали для нас назиданием, и чтобы мы...